Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова ваш риэлтор Надя Эггерс. Я риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и его пригороды. Что сегодня мы вам покажем, это немножко необычно, так как у нас сейчас здесь находятся клиенты, которые, посмотрев это видео, прилетели с Москвы и покупают кондо. Клиенты пока что решили остаться инкогнито, поэтому мы не снимаем их. Но хотела быстро рассказать про их бюджет. У них бюджет – это наличка, и бюджет до 130 тысяч долларов. Что мы можем найти в пригородах Орландо, сегодня мы посмотрим. В данный момент данная кондо находится в городе Винтерпарк. Это чуть-чуть севернее даунтауна Орландо находится. Очень развита вся инфраструктура. Это достаточно уже старый город, mm-hmm. то есть один из первых городов, который был построен в районах Орландо. Обжитой. Обжитой уже, да. То есть здесь уже вся инфраструктура, она имеется. Школы какие? Школы. Винтерпарк очень хороший. Сюда очень много людей переезжает из-за школ. Школы все хорошего рейтинга. Что-то еще по району? Ну, по району понятно, но эта часть... считается фешенебельным. Да, но эта часть просто немножечко такая попроще, да. В любом районе фешенебельном есть разные как бы части, да. Это немножко попроще, тоже находят как бы школы тоже те же самые, что и миллионные дома в Винтерпарке дети ходят, так сказать. В общем, мы нашли вот в этом комьюнити кондо, которое стоит 92 тысячи. Это одна спальня, одна ванная. Значит, размер 678 квадратных фит, что значит 63 квадратных метра. Налог 819 долларов в год. Маленький. Да, да, небольшой. Мы за однушку платим 1600, если что, за свою. Причем это два не раза меньше. Причем это не homestead, то есть нет никаких исключений из налога. То есть это такой налог здесь. И интересно. Все, да? И сейчас я скажу, сколько здесь еще ей стоит. 240 долларов в месяц. Мы 300 платим. Да, ассоциация. А ну, не, небольшая, да, да, да. Да. Давайте пройдем, посмотрим. Сказала, совсем небольшая. Ну, не да. И не маленькая. Не маленькая, но и не сильно большая. Ага, поднимаемся. Это второй этаж. Да, да? Кондо находится на втором этаже, дверь уже открыта. Мы за одно видео уже несколько посмотрим. Да, мы сегодня посмотрим. В одном видео мы включим несколько кондо. Ага. Так, что мы сразу упираемся в ванную комнату. Пожалуйста. Здесь один санузел, да? Здесь один санузел, ага. И одна спальня. Так, вот проходим мы, в общем-то, в зал. Как и обычно, он совмещен с кухней. Чувствуется, что полы положили перед продажей. Да. Ну, что нам здесь нравится? Полы нам здесь нравятся. Ровные новые полы. Так, кондо, сколько здесь квадратура? Квадратура 678 square feet. Угу. 63 квадратных метра. Так, здесь есть балкончик. Вот такой вид на соседей. Ну, не будем проходить. Там, посмотрите, там есть кладовка. Вот здесь обычно, да, или диван, либо здесь телевизор, например. Ку-ку. Ну, давай. Ой, солнышко вышло. Хорошо-то как. Давайте снимем вот так здесь. Не знаю, это, наверное, кладовка, наверное, закрыта. А нет, открыта. Вот такая кладовочка небольшая. Что-то там велосипед поставить или еще какую-то утварь. Чувствуется, что они освежили кондо, потому что... Да. Покрасили. Да, свежие краски, да. Свежих полов. То есть достаточно чистая кондо. Они его подготовили для покраски. Так. Ну, бытовая техника, конечно, самая элементарная. Но рабочая. Простые, нет, да. Это, угу. Ну, кстати, мне кажется, обновленные тоже. Обновленные, видно, да, что не старые. Все угу.
насколько могли. Кухонка, конечно, вот смотрите, небольшая совсем, но все здесь есть. Все включено, вся техника, даже вытяжка есть. Так, идемте дальше, смотрим спальню. Вот такая спальня, кстати, хорошая спальня, не маленькая, нормальная спальня здесь такая. Такой нюанс, мы заметили. Ландри, посмотрите, где. Вот здесь вот. Насколько это удобно, да. Да, да. Зато же, смотрите, здесь есть небольшая кладовочка и еще одна кладовочка. Две гардеробные. Две гардеробные, да, да, да. Так, а что у нас здесь вот? Сразу перед входом, выходом, тоже еще одна такая небольшая гардеробная кладовочка. И здесь тоже. Для полотенчиков. А, для полотенчиков. То есть, в принципе, достаточно много. Можно, знаешь, использовать, я не вижу здесь, как пейнтинг. Да-да-да-да. Ага, ну, как кладовка. Хотите, да, сами. Вот так. Вот двигаемся так дальше, да? Да, мы двигаемся дальше. В общем, цена этого фонда 92 тысячи. Вот что есть, то есть. Сейчас на самом деле... Тоже выключила? Нет. А, нет, сейчас на самом деле маркет просто сумасшедший. Сейчас рынок продавца, все уходит с рынка. Даже особенно на однобедрумные, да? Только мы находим что-то, только что вышло, там еще 0 дней на рынке, уже обзваниваешь для посмотров, они уже говорят, у нас уже под контракт заходим. И цена выросла, и надо сказать. Цены сейчас растут. Да, то есть Орландо уже не тот Орландо, который был... 5 лет назад. Да, это правда. Вот для примера, мы покупали свою однушку за 65 тысяч. Сейчас... Сейчас они под 140. Да, однушка даже 140. Вы представляете, то есть в два раза выросла. Мы покупали где-то... В каком году? Мне кажется, где-то в 14-м мы покупали. Представляете, 6 лет назад. И можно было дешевле купить тогда, можно было, я смотрела, за 60, за 55, даже в нашем кондо можно было. Ну, в вашем комьюнити сейчас однушек вообще нет, не выставлено. Представляете? Тогда было много. А все, они там уже под 145-150. Да. Вот так. Да. Ну что, пойдемте дальше? Орландо растет, очень много интереса, очень много. Продолжаем нашу охоту за кондо. Мы уже посмотрели одно кондо, которое было в начале этого видео. Это второй кондо. Находится в городе Каслберри, где мы только что были, 7 минут от Винтерпарка. По поводу школ я ничего не могу сказать, честно говоря. Вот. Значит, цена кондо 118 тысяч. Одна спальня, одна ванная. Размер 781 квадратный фут, 73 квадратных метра. Налог 1165. Здесь есть свой комьюнити, вернее, комьюнити пол. Вы видели уже озеро, Юля только что сняла. И HOA 200 тысяч. Приблизительно, как и в первом. Чего 200 тысяч? Ой, 200 долларов в месяц, извините. 200 тысяч уже. Я по ценам. Да, 118 тысяч, и еще ей 200 долларов. Налог 1165. Угу. Одна спальня, одна ванная. 781 квадратный. Так, идем смотреть. Красивая, да. Да. Вот видите, там вдалеке красивое озеро. Так, первый этаж. Да, первый этаж. Проходите. Сейчас проходите. Ну и ты, пятачок. Пока сними, у меня здесь звонок просто окажется важный. Ага. Так, здесь у нас зал. Здесь у нас обеденная зона. Кухня достаточно большая, кстати говоря.
для такой маленькой квартиры. Так, тут у нас что? Балкон и кладовка. Вот там, я не знаю, здесь закрыто. Давайте не будем проходить. Так, что тут у нас есть? У нас здесь микроволновка. У нас здесь плита электрическая. Ну, они тоже пытались обновить. Да, здесь тоже все обновлено. Я думаю, пол тоже они сделали новый. Да. Это даже камень какой-то жидкий, или как, скажи мне. Ну, в общем, какой-то там. Я не знаю, что. Да. Точно. Ну, знаешь, как жидкий камень, потому что он холодный, это не пластик точно. В общем, посудомойка, но все такое очень даже, может быть, и не новое, но, в общем-то, рабочее. Холодильник новый. Холодильник новый, да. И даже пленку еще не сняли. Угу. Так, что тут у нас еще? Я бы на их месте лучше сняла пленку, пока она не прилипла. Да-да-да. Пока не влипла. Ага. Так, дальше идем, смотрим. А можно балкон пройти посмотреть? Да? А то я не смогла открыть. Сейчас. Угу. Слушай, наверное, мы не сможем. Ну ладно, открыть. Ладно, хорошо. Потому что стиральная машинка там. Машинки, угу. Но мне что-то не открыть. У Андрея рум, короче, там на улице. Отдельная комнатка. Ну, есть просто ногти поломать. Ага. Да не, не надо, ладно, все понятно. Балкон, все понятно. Конечно, они могли бы хотя бы подместить. Ну и помыть, да, стекла. Но сейчас все улетает, как пирожки. Я думаю, это тоже, да, не будет проблемой. Продадут. Все. Так, здесь у нас спальня. Спальня, кстати, такая достаточно большая. Да? Смотри, какая спальня большая. Что здесь? Гардеробная. Спальня, в общем-то, очень даже большая. По меркам однобедрумной квартиры, да? Угу. Так, в общем, здесь у нас ванная. Ванная одна, совмещенная с санузлом. Здесь у нас что? Полочки. Здесь, наверное, какое-то время арендовал кто-то и съехал, я так понимаю, да? Станите. Похоже на то, что здесь арендовали. Ну что, мы все сказали про эту квартиру, да? Да, поехали в другую комнату. Да, поехали дальше. Поехали дальше. Хотела снять. Здесь тоже есть гардеробная при входе. Вход, вот гардеробная. Это удобно. Смотрите, зато здесь какой шикарный вид на озеро. Вид, конечно, на миллион. И сразу еще можно пройтись, посмотреть, где здесь клабхаус и бассейн. Я вижу вдалеке. О, у них даже пирс есть. Представляете, красота какая. Ну, это, конечно, классно. Сказочно. Вот он, бассейн. Внутрь нас не пустят, поэтому покажу так. Вот такой бассейн. Вот он сам клабхаус. Вот такой шикарный вид на озеро. Озеро большое. Здесь можно рыбачить. И сидит птичка. Посмотрите. Ой, там пирс еще. Посмотрите, еще один пирс.
очень много выходов к озеру. Красиво. Ага, да. Вон птичка, смотри. Вот она. Крылья расправила. Друзья, ну вот мы доехали до третьего Хонда на сегодняшний день. Это будет последняя Хонда. Погода разгулялась, мы уже разделись. Солнце вышло. Значит, это третья Хонда, находится в Altamont Springs. Это еще севернее от даунтауна Орландо, не очень далеко, минут 15 езды. Район очень хороший, здесь хорошие школы. Мы нашли вот такой комьюнити, но первый раз мы здесь с Юлей. Да, первый раз. Честно говоря, мы в восторге. Посмотрите, вот вокруг жильцов этого комьюнити как бы есть возможность входа в озеро. У них у всех, смотрите, катера здесь стоят припаркованные. Угу. То есть водный, купишь катер. Водный, водный мотоцикл. Да, или мотоцикл. Вот можешь водный, можешь спустить на воду и кататься себе. Просто покупаешь место здесь себе, парковочку в этом же комьюнити, и все. Ставишь свою лодку. Мы очень удивлены, да, что такое есть. Я вот даже не задумывалась, да, что у Хонда такое есть. Да, да, да. И посмотрите, солнышко вышло. Прям красота. Да. Давайте посмотрим, как там внутри. Да. Так. Да, мы ушли с улицы, потому что поднялся ветер, и не всем нравится ветер. Звук ветра. Вот, мы решили прийти более такое неветреное место. На самом деле ветер тоже это озеро. Естественно, вокруг озера будет немножко поветреннее, а в жаркий день это даже будет очень, очень на руку. Значит, это последняя наша Хонда, как я сказала, на сегодня. Находится в Altamont Springs. Цена Хонда 129 900. Одна спальня, одна ванная. 607 квадратных фут, 56 квадратных метров. Налог 1089. И еще есть, сейчас скажу, обычно на другой страничке. $205. В принципе, одинаково получается HUA во всех трех Хонда, которые мы сегодня видели. Uh-huh. Кстати, я прошу прощения, у нас просто сегодня мы так от Хонда к Хонда бегаем. Я забыла сказать, что здания, в принципе, ну, во всех трех, они все одного и того же года, 1972 года. Постройки. Постройки. Да, но вот этот Хонда, конечно... Нам больше всего понравился из этих трех. Мне лично тоже. Ребята сейчас тоже ушли, потому что в восторге. Да, посмотрите, какой вид. Вот вид здесь реально на миллион. На миллион. Да. Уточки, посмотрите, палки, просто шикарный. Вот за этот вид я бы только уже купила это комьюнити. Для меня очень важно, я не знаю, вот как для кого. Смотри, как. Какой большой, широкий и чистый балкон. Да, кстати, балкон реально очень большой. Поставить. Посмотрите, какой широкий балкон. Да. Потолки, конечно, здесь невысокие. Но это там, где мы были, везде невысокие, скажем так. Старые постройки были низкие потолки. Да. Вот здесь такая кухонка. В принципе, небольшая, но в принципе все есть тоже. Плита. Хорошая новая плита. Кстати, техника здесь получше. Новая. Смотри, здесь, да. Смотри, даже еще вот они пытались тоже снять целлофан с холодильника. Не он до совершенно конца новый. Сняли. Техника вся новая. Да-да-да. Что радует. Да, техника хорошая здесь однозначно. Ничего не надо менять. Кухонка тоже, в принципе, хорошая. Кухонку не надо было бы менять тоже. Это, конечно, не, это не гранит. Это гранит, да, но пластик. Под гранит. Но он, кстати, тоже не старый. Они полы поменяли, посмотри. Да. Полы, здесь плитка, да-да-да, под дерево плитка такая везде. Ой, как это замечательно, когда не карпит. Так, это спальня. Спаленка хорошая тоже, не очень маленькая. Здесь гардеробная. Гардеробная такая.
хорошая гардеробная на двоих человек. Здесь тоже шикарный вид. Посмотрите. Здесь сеточка, не очень хорошо видно от москитов. Вот если так отойду, то будет видно, что вид очень классный. Вот, что мы еще не показали. Что здесь ванная у нас? Комната. Ванная. Полочки. Так, полочки здесь. Ага. А где здесь ландри? Может быть? А, вот еще гардеробная, да, одна. Или полочки, да, в общем, такая. А, так, это водонагреватель. Да, давайте найдем, где здесь может быть ландри. А она вообще есть? Вот что здесь на улице? На улице у нас нет здесь кладовки, да, как вы видите. Да. На улице, то здесь... Здесь надо поискать, есть ли здесь ландри. Так, в общем, вот ванная комната. Здесь душевая, санузел, совмещено. Да. Интересно. Очень интересно. Да? А может быть здесь есть в клабхаусе где-то? Отдельная комната, да, где чтобы стирать. Несколько, но я, честно говоря, узнаю это у риэлтора. Но угу. А здесь не написано в бумагах? Сейчас я почитаю. Да, может быть, сейчас быстренько найду. Три кондо на сегодня. Я думаю, что ребята еще будут выбирать себе кондо. Мы будем еще смотреть. Мы с вами к вам вернемся с большими предложениями для ребят. Сделаем еще снова выборку по местности в других городах. Просто сегодня мы уже в одной части Орландо решили посмотреть только на сегодня. В следующий раз куда-нибудь в другую часть уедем. Так что будем вам показывать. Нам очень важно ваше мнение, что вы думаете. Естественно, бюджет, он не очень высокий. Версальского дворца нам вам не найти за такой бюджет. Вот. Но мы стараемся, мы ищем. Все, что есть на рынке, мы показываем. Да. Всего хорошего. Обращайтесь, спрашивайте вопросы. Мы вам всегда ответим. Спасибо большое за то, что смотрите. Пока. Пока-пока.